В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерии группировки войск «Запад» сорваны три попытки проведения ротаций подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армии. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов К-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники из состава 14-й 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны. Кроме того, в районе населенного пункта Новомлынск огнем артиллерии и расчетов противотанковых ракетных комплексов 6-й общевойсковой армии уничтожено отделение живой силы противника. А расчет самоходно-артиллерийской установки М-100С под командованием младшего сержанта Александра Чуйко уничтожил реактивную систему залпового огня «Град» в районе урочища Ревуче. Группировкой противовоздушной обороны расчет зенитно-ракетного комплекса «БУК» уничтожил реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс», а в районе населенного пункта Токаревка расчет зенитно-ракетного комплекса «ТОР» поразил два разведывательных беспилотно-летательных аппарата «Эльф». В ходе проведения разведывательно-поисковых действий группой специального назначения на северной окраине Огурцова вскрыты и уничтожены два танка и до 10 боевиков.